My name is Evelina Saroka. I'm 22 years old. I like living in my native Belarus. During my vacation, I'd love to see the world and visit Chicago because I want to see the birthplace of house music. We'll call the number you provided, make a few inquiries. Assuming everything checks out, you can pick up your visa next Monday. Простите, я случайно вписала ваш номер в анкету на визу. А куда я звоню? Здравствуйте, я Эвелина. Ой. Что, парень у тебя есть? Я не хочу никаких strong connections. Чего? Чего-чего? Он здесь никогда ничего не изменит. Здесь никогда ничего не произойдет. Отнеси, а? Может быть, в Америке? Жить нужно на родине. Твои нудные огня, бляяние зона пастбищи, и крик ворониных громад на могилках кладбище. Живи!